А прежде чем мы начнем, я хотел сказать спасибо всем ребятам, кто дарил мне подарки, пока я был в блокировке. Пока я сидел и курил бамбук, в общем. Байфорс, спасибо, чувак, за подарки. Я тебе на стриме уже говорил, еще раз скажу. МС Крутыш, спасибо за подарки. Тоже открывал на стриме, ты видел 100%. Рори, спасибо за подарочки. Получил, открыл. Соседка, спасибо за подарки. Все круто. Так, Чатия, спасибо за подарочки. Получил. Все как надо. Экстрим, спасибо, чувак, за подарки. Открывал на стриме. Ну, наверное, я так предполагаю, что ты видел. Наверное, это последний, да. Это все люди, кто дарили мне подарки, пока я был в блокировке. Но это еще не все. О, экстрим. Хотел, ребята, в общем, сказать спасибо я. Хотел спасибо сказать Илье. Илье Кашапову. Сказать большое спасибо за то, что он помог мне и он переоформил, ребята, мой канал. Соответственно, большой привет передаю Бенио. Это его персонаж. Если увидите, этот человек очень хорошо и профессионально занимается фотошопом. Может вам помочь. Ну, если кому-то что-то надо сделать. Ну а сейчас давайте-ка мы перейдем. И вы посмотрите обновленный, прекраснейший канал. Все, смотрите, мне человек сделал вот такую прикольную шапку. Ну да, я уберу все сюда. Вот так. Или вот так. Не знаю, вот так давай. Вот так, уберемся вот сюда. Сделал вот такую красивую шапочку. В общем, с обновленным меня проходом и баном. Ну и, конечно же, сейчас мы потихонечку, ребята, переходим к основной части, к открытию подарков. Ну давай. Ну а вот теперь можно уже перейти к основной части. Я решил, что время лето, надо сменить задний фон на красивые деревья, бабочек. В общем, радуемся, ребята. Все, кто еще не купался, время ехать на природу. В общем, я, ребята, все выкупил. Здесь уже все нулевое, все распродано. Не забываем, что последний день. Все скупаем. Смотрите, у меня сколько еще этой радости осталось. Но я сейчас докуплю, скорее всего, еще энергетиками или докуплюсь боями. Потому что с этой вонючей рулетки у меня она выпадала, ребята, это 34. А было где-то, по-моему, 50. Одни энергетики выпадают. Ну ладно, все, это я уже матерюсь и ругаюсь. Вот. Значит, что мы сегодня? Мы сейчас откроем сундуки. Посмотрим сразу, сколько торнов и что упало. Откроем сразу же ящики с экспедицией. Откроем подарки. Все это сделаем разом. Что тянуть, да? Ну, конечно, немножко будет долговато, но зато все и точно разом. Так, итого у нас, давайте мы посмотрим. Так, что меня интересует? Меня интересуют клубы. Так, в клубах у нас... дайте меня в центр поставим, а то не видно. Так, в клубах у нас 11 рингов. Так, надо еще потусить будет. Так, дальше 200 звезд у нас. Потом на рулетке... Так, в рулетке у нас 1400 торнов. Больше у нас нету. Так, дальше генетики 130. Шао 44000. А, да, и, наверное, в ангаре что тут. Ну, тут ничего, короче, нету. Ну, я тут сильно не буду заморачиваться, потому что явно тут никаких карт не выпадет, таких прям критичных. Ну, то есть, ну, торны выпадут, согласен. То есть, ну, 1400. Но я рассчитываю где-то хотя бы, ребят, до 9000. За раз сразу рулетку... Блин, у меня не могу... Надо, вот желательно сегодня надо прокрутить рулетку. Ну, хотя с одним рубином крутить это вообще, ну, просто нереально. Так, ну и давай, так, сундучки, давай. 16 у нас. Так, 80. Ну, хоть бы по 200 давали, чтобы... Ну, вообще красота. Вот кто пишет, когда я видео пишу? Блин.
подарок закосячил. Зато модульная печка выпала. 202. 240. Слушай, ну ничего, по 240 уже. Если еще сейчас одна выпадет, то, глядишь, штуку я уже набрал. Ну, пока что-то не вижу. Но мне не везет, конечно, на... А, все, штука есть. Штука уже есть. Уже радует. Отличненько. Так, еще десяточка. Рингик один выпал. Когда есть ринги, это хорошо. Ну, а тем более полный горшок. Еще 260. Ну, слушай, уже почти полторашка, да? Полторашка же. Сейчас, погодите, открою, за раз и глянем. Ну, вообще, я серебряный хотел открывать, конечно, на самой этой. Но я там выкачал, насколько можно, усилитель, поэтому не сильно стал заморачиваться. Ребята, смотрите, то есть 1400. Ну, очень, так скажем, хорошо. Слушай, вытянул, читай. Ну и все, и пошли 11 ключей золотых у нас. Ну, да. Если она по 160 будет сыпаться, нафиг она не нужна, короче. 150, 4 ринга. 120. 160. Ну, что это будет? По 80, что ли, высыпаться? Давай хоть раз, ну, на штуку. Ну, 800 хотя бы. О, есть. Отлично. Штука, это хорошо. Еще разок. Давай, еще один. Да, кредитов море. Отлично. Ну все, ребят, все. Она окупилась уже, уже хорошо. Все. Давай, на улучшение, смотрите, 300 тысяч, получается, упало с этих штук. Сейчас мы их все прокрутим сразу же. Да, ну, давай, давай. Отлично, все. За раз все потратили. Так, итого мы торнов накрутили, ребята. С 1000, 6000, короче, торнов. Ну, давай, сейчас проверим сразу же. Конфеты, ну давай их заменим. Так, ну, ну хоть звезды выпьют. Зараз сейчас подарки еще докупим. Давай, 1000 звезд, давай. Ну более-менее. Ну я перекручивать уже не могу, но эти я оставлю. Так, ну 600-ник еще есть. Сейчас докупимся. Так, отлично, прекрасно. О, подарки. Блин, ну сейчас будет долго. Но их надо открыть сегодня, а то завтра они исчезнут. Ну, клёво. Ну, короче, с подарков уже вытащил, получается, я... Что это у нас? Крионизатор вытащил. Ну, ребят, 200 подарков. Можно, короче, сильно не этовать, не просматривать и вообще комментарии мои не слушать. Можно просто тупо, ребята, вкручивать в конец видео. И там уже, смотри, блин, ну вот смотрите, сейчас вот типа бить банкиров, да, выпадает. Ну и что я сейчас буду, час бить, что ли? Ну хотя... И так вон, 600... Уже 600 векселей. Ну я сейчас еще, кстати, я может еще звезд подзаработаю. Блин, 200 подарков, ребят, 200. Нельзя столько подарков. Но я сейчас еще волны напокупаю. Много меня, конечно, не интересует, но волны еще. Я специально, кстати, сейчас открываю эти подарки, чтобы еще докупиться. Но с 200 подарков-то будет что-нибудь или не? Или не будет ничего? Есть, еще чипователь поднял. Отлично, наконец-то модульная печь выпала. Вторая. Так, мне нужен хищник. Хищник, хищник, хищник. Давай, падай, хищник. Катюша восьмая. Отлично, крионизатор третий. Ну, ребята, учтите, что я, получается, на всех акциях вообще, то есть, ну, не открывал, у меня подарки. Все, которые вы мне дарили, вот они как раз и остались, так что тут. На последний еще. Да. Так, а что интересно у нас еще повыпадает?
Блин, я только на 180. Не, хорошо, когда много подарков. Вообще прекрасно. Еще 120. Ну, я еще сейчас... Я, кстати, их еще сейчас накуплю. За звезды. Отлично, крионизатор четвертый. Кто-то, кстати, крионизаторы там выкачивал до плюс 9 уровня, по-моему. Ну, мне, видите, не... Отлично. Преобразователь, ребята, 7 уже. Я еле-еле его там докачал до 4-го-то. Это когда он первый раз выпал, а тут... Ну, кстати, выпадает неплохо. Ну, видимо, уже, типа, посчитали. 150. У кого-то, кстати, с бюджетного там, по-моему, по 700 выпадало. Жалко, задания на звезды нет. Можно было еще, ну, хорошо бы хватить, получается. Посмотрите, звезды же падают, чипователь 6. Да, хищник, кстати, не падает. Давай. Вот что ты больше хочешь, модульную печь или хищника? Я, кстати, не знаю. И хищника бы желательно до 11 уровня вкачать. Ну, видите, он не падает вообще. От слова совсем. Так, еще крионизатор. Ну, кстати, ничего, нормальный крионизатор. И чипователь есть. Вообще все адекватно. И это, считай, получается сотни подарочков, да, пока? Пока только сотенка первая. Ну все, ребят, кто досмотрел до этого момента, уже может перекручивать конец. Блин, ё-моё, нифига себе. 4 минуты к ряду, ребят. 4 минуты к ряду, просто тупо открытие подарков. Давай. Хищник. Всем, кто завидовал, я вытащил поезд 12. У кого-то, короче, вообще он не падает. И, кстати, мне он не нужен был. По сути, по-нормальному, у меня и так уже в него вкидывать вообще нечего. То есть он у меня просто 12-й есть, и все. Его и 11-го было вполне достаточно. Еще. Фух, давай. Последняя сотенка. Последняя сотенка осталась. Не знаю, кто, ребята, из вас дотерпел до этого момента вообще? А, вот, кстати, прикол небольшой, сразу. Ребят, кто досмотрел, вот сейчас я сейчас до сотого подарка дойду. Сейчас вот до сотого подарка дойду. Отлично, еще банкиров. Сейчас банкиров буду я вообще иметь, вообще неизвестные их шапки. И неизвестные их какие-то. Так. Вот, отлично, 100 подарков, ребята, все хорошо. Кто первый в комментариях напишет число 93, тому лично я подарю подарок. Ну, там спишемся какой. Жду первый комментарий. Это такой прикол. Так, отлично. Вот. Блин, меня МС убьет нафиг. Кольцо падает. Че, перешел в другую стезю, что ли? Типа, до сотни одни подарки, после сотни другие, типа, да? Блин, смотрите, ребята, сколько всего падает, а хищника нету. Вот мне реально нужен хищник. Был бы. О, 300 звезд. Первый раз, кстати. До этого прям было прям не это, прям. Прям, ну вот вообще прям. Пак выпал. И, кстати, перестал падать. О, 850. Кстати, у меня тоже с бюджетного выпало 850 звезд. Ну, это... Я 3000 звезд, и я уже на подарках схавал. Сейчас еще накупим подарочка. Ну, я по привычке покупаю, ребят, только мелкие. То есть, ну, это уже известный факт. Какая разница, что шанс двигается по 1.5%, что шанс двигается там по 4.5%. А ну, мы сейчас посмотрим, кстати. Ну, я думаю... О, 135 еще. Отлично. И еще 800-ничек давай. Все пиздец. Все пиздец. Я теперь властелин колец. Я теперь властелин колец. Все. Надеюсь, все песню слышали. Еще 3.
Интересно, сколько я там вытащил. Сейчас зараз посмотрим в магазин еще один, потому что там сейчас квидов тьма. И, кстати, модули не падают. Тоже очень странно. Или, может, на определенных подарках определенные эти есть? Ну все. После, короче, сотни подарков выпал. Ну, хотя пояс выпал. Звезды выпали. Еще звезды выпали. Уже нету. Нет, смотри, еще выпал экранизатор, еще бахнул. Ну, на последнюю акцию. Блин, я всегда обычно на нее тратился. Вот прям реально. У меня по первому видео еще было, что я в нее вкидывался. Это на новогоднюю еще, когда она на Ева была там. Че, 4000 звезд? Я отлично. Так, ну, концовочка, давай. Концовочка, красивая концовочка. Давай там 1000 звезд. Нет, давай. Хищник. Ну хоть один, блин. Ну хоть один хищник. Ой, ё-моё. О, еще 500-ничек. Еще 120. Не-не-не, ребят, я пошутил насчет звезд. Давай, что-нибудь интересное. Так неинтересно. Звезды это не браво. Ну хотя, все равно сейчас. Я на летнюю акцию, ребят, не оставляю. Как я и говорил, на летку я не трачу. Я там бесплатки-то выкуплю, а эти брать не буду. Хотя видели, сколько я расхода сейчас туда вбахаю. Ну посмотрим. Только бы сильно большую задержку не делали, и будет... Блин, ребят, что-то с поясом, короче, что-то не так. Вот реально. Ну все, поехали по средним, короче. 38. Ну, с них, наверное, ничего падать не будет. Потому что, ну, как бы бесплатки. Они полностью за это. Они же не куплены со звезд. Нифига, я уже 15 минут тушу. Тысяча, нифига, генетики. Ага, а с них модули падают, да? Протекторы всякие. Отличненько. Так. 100, 400. Хоть с них-то будет, нет, что-нибудь интересного. А скорее всего не будет, потому что многие говорили, что они выпадают, и все выпадают прям пустышками. Ну да. Тут нету. Ну, хоть еще один этот выпал. Сейчас так, этот мы заберем. Этот заберем. Так, давай. И еще докупимся. Так, ребята, в общем, 5000 звезд со всех подарков выпало. То есть давай, короче, их докупаем до упора. Вот так. Сколько их там будет еще? Ну, не знаю. Давай. Как я и говорил, короче, я не трачусь. Нет у меня рубинов. Так, ну еще 36. Ну давай еще. И крионизатор 9. С бюджетных подарочков. Итого получается это в общей сложности, ребята, 270 подарков. Чисто купленных за звезд. В общем, я еще тут докуплюся. Ну, уже без вас. Скорее всего. Ну, а может, не докуплюсь. Уже докупаться не на чем. Каждую акцию так у меня происходит. Полностью в ноль я ее сливаю. Вообще ничего не остается. Ну, тут вон, звезды есть еще 300 там. Ладно, я без вас уже буду открывать. Концовочка. Так, за звезды. Блин, не хватит. Ну еще 4 раза я возьму клуб. И все. Модульная печь третья. Японский ты за ногу. Третья модульная печь. Кто не вытащил третью модульную печь, ну тому не везет. Блин. Я на более слабых аккаунтах модульная печь тут больше выпадает, чем у меня на основном. 260. Еще 12. Еще 21. Ну что, осталось 700. Давай еще парочку. Ну все надо тратить. Надо все тратить. Вот как бы это. А может по времени не то. Ну все.
Все, круто, ребята, 120 звезд осталось. Все, так, итого, давайте подведем итоги. Торны мы скрутили, 2200 у нас осталось. Дальше, что у нас? В ангаре, в магазине. Квидов у нас сколько? 1247 квидов. К сожалению, придется брать окислитель хотя бы одного уровня. И все остальное, как я и говорил, я сливаю на волны всегда. У меня их обычно не хватает. Ну, так более-менее, конечно. Но все равно, они больше всех у меня уходят в атаке. Так, дальше. 130 тысяч, ребята, превратились в 167. И 44 тысячи превратилось в 55. И клубы, соответственно, было 11 рингов, стало 27. Ну, если честно, так не очень. За исключением некоторых моментов. Ребят, крионизатор 9 получается. Чипователь 6. Ну, то есть очень хорошо. Поезд 14. Да, вот, ну, мне нечем его заполнять, ребят. Реально нечем не заполнять его. Но зато 14 поезд. Так, модульная печь у меня 3. Сколько она что приносит? Больше я не лучше должно. Да, 4 модуля, ребят, уже приносят. Ну, нормально. 4 модуля уже не один. Уже хорошо. Уже прикольно. Ну и что? Ну, короче, хищника я не вытащил ни разу. Хищник у меня 8 как был, так и остался. Все, больше его не будет. Так, и клетку я вообще закрыть не могу. Сдвиньте, пожалуйста, вот сюда. Вот так. Ну все вроде, больше ничего, ну что еще выпадало? Ничего же не выпадало. Ну больше ничего, и вроде больше ничего и нету. Ну ладно, ребят, спасибо всем, кто смотрел и досмотрел. В общем, неплохой дроп, чисто на временные вещи. То есть это как чипователь, это как крионизатор, это временки. Тем, кто, ребята, пояс хорошо не вытаскивал, простите, ребята, пояс забрал весь я, походу. Типа так. Никто, кто вытащил за меня модульную печь, тоже всем спасибо. Ну, ставим лайки, ребята. Подписываемся на канал, те, кто пришел ко мне в первый раз. Ну и до следующего видео. Или, наверное, стрим. Стрим. Не забываем в субботу в 21:30, ребята, стрим. Бесплатные оценки. Если у кого есть какая-нибудь мелодичная музыка, будем заказывать, будем слушать. Ну и... И заходи. Если что, следи за собой, будь осторожен. Следи за Getting jiggy with it. Getting jiggy with it.